Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете новости на канале Итон ТВ. Все самые главные и важные события дня в Израиле и мире в одной программе прямо сейчас на нашем канале. Сегодня 2 ноября, суббота, 393 день войны в Израиле. И это главные новости на канале Итон ТВ. Сегодня в новостях. 88 израильтян погибли на фронтах и в тылу. Капитан бригады Гевати скончался от ранений, полученных в Газе. Иран практически готов к ядерной атаке на Израиль. Что говорят эксперты? Подозреваемые в утечке информации из канцелярии премьер-министра Израиля арестованы. С 1 января проезд в автобусах подорожает на 25%. Авиакомпания «Эль-Аль» возобновляет полеты в Москву. Конгресс США пересмотрит финансирование антисемитских университетов. Южная Африка отменила визит российских стратегических бомбардировщиков. Суд обязал Тиндер-афериста Саймона Леваева выплатить 415 тысяч шекелей в качестве компенсации. Друзья, служба новостей канала Итон ТВ просит вас ставить лайки, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. Если у вас есть возможность поддержать наш канал финансово, мы будем вам благодарны. Прошедший октябрь вновь стал самым тяжелым месяцем для Израиля с начала операции «Железные мечи», начатой в ответ на нападение Хамаса 7 октября 2023 года. По данным Цахал, в октябре 2024 года от различных враждебных действий, как в зоне боевых действий, так и в тылу, погибло 88 человек, включая солдат, полицейских и гражданских. Этот трагический показатель подчеркивает напряженность текущего конфликта и цену, которую Израиль платит за обеспечение безопасности. Множество израильских семей и общин несут потери, и страна продолжает мобилизовать силы для защиты своих границ и граждан. Экспертные мнения свидетельствуют о том, что вероятность наличия у Ирана ядерного оружия или его близости к обладанию им резко возросла. Советник Аятоллы Хаменеи Камаль Харази заявил, что Иран располагает всеми необходимыми технологиями и может пересмотреть свою военную доктрину в случае угрозы. Заявление о том, что у Ирана есть технические возможности для создания ядерного оружия, подтвердил и сам Хаменеи, подчеркнув, что Тегеран сдерживает лишь фетва, запрещающая ядерное оружие. Но изменение подхода остается на столе и может произойти, если Иран почувствует угрозу своему существованию. Это вызывает тревогу, особенно в контексте постоянных обострений с Израилем. Иран уже на протяжении многих лет активно развивает ядерные технологии, и хотя у него нет подтвержденного ядерного арсенала, он обогащает уран до уровней, близких к оружейным. По мере роста напряженности с Израилем, Иран рассматривает ядерное оружие как эффективное средство сдерживания. После выхода США из ядерной сделки в 2018 году Иран продолжил расширение своей ядерной программы, и, по мнению аналитиков, на сегодня любое решение о создании оружия стало скорее политическим, чем техническим. Помимо этого, информация от иранских источников указывает на то, что верховный лидер Ирана приказал готовиться к атаке на Израиль. Это распоряжение последовало после значительного ущерба, который Израиль нанес иранским объектам. Израильские удары разрушили системы противовоздушной обороны и критически важные объекты инфраструктуры. Израильская разведка считает, что ответные действия Ирана могут включать масштабное использование дронов и ракет, и даже ядерную угрозу. По мнению экспертов, вероятность того, что Иран решится на ответную атаку на Израиль, возросла. Генерал Али Фадави из Корпуса Стражи Исламской Революции заявил, что Иран готов уничтожить израильские объекты в случае агрессии. Израильские аналитики в свою очередь подчеркивают, что у Ирана есть возможность нанести удар по Израилю через иракскую территорию, что позволит Ирану избежать прямого нападения на свои ключевые объекты. Израиль со своей стороны усиливает подготовку к возможному сценарию удара Ирана. Израильские атаки на ядерные программы Ирака и Сирии в прошлом были успешными, но иранская программа более продвинута и рассредоточена, что затрудняет ее нейтрализацию. Даже если Израилю удастся уничтожить некоторые объекты, Иран быстро восстановит их, поскольку располагает значительными техническими возможностями. Израиль, вероятно, готов продолжить атаки, чтобы ослабить ядерные амбиции Ирана, несмотря на риски полномасштабного конфликта.
На этой неделе полиция Израиля задержала несколько подозреваемых по делу об утечке конфиденциальной информации из канцелярии премьер-министра. По данным источников, утечка могла повлиять на эффективность военных операций в секторе Газа и привести к угрозам национальной безопасности. Следствие выясняет, как именно секретные данные стали известны сторонним лицам и в чем заключались мотивы подозреваемых. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил озабоченность по поводу происходящего и потребовал снять секретность с расследования, чтобы общественность могла быть осведомлена о том, как подобные действия могли поставить под угрозу жизнь израильтян. Обстоятельства утечки пока не разглашаются, но следствие считает, что в деле могут быть замешаны высокопоставленные сотрудники правительства. Министерство транспорта Израиля объявило о повышении стоимости проезда в автобусах с 6 до 8 шекелей, что произойдет с 1 января. Повышение обусловлено необходимостью поддерживать инфраструктурные проекты и сохранять льготы для уязвимых групп населения. Увеличение тарифа позволит продолжить важные транспортные реформы и поддержать скидки для жителей ультраортодоксальных районов, которые пользуются общественным транспортом для поездок в другие части страны. Согласно новой реформе, пожилым гражданам будет предоставлен бесплатный проезд, а для жителей социально незащищенных районов планируется ввести дополнительные скидки. Этот шаг, по словам представителей министерства, направлен на поддержку равенства и доступности транспорта для всех граждан Израиля. Друзья, хотим вам напомнить, что мы просим вас ставить лайки, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. Если у вас есть возможность поддержать наш канал финансово, мы будем вам благодарны. С 3 ноября израильская авиакомпания «Эль-Аль» возобновляет регулярные рейсы в Москву, которые были приостановлены в прошлом году из-за политической напряженности и логистических сложностей. На данный момент полеты планируется осуществлять несколько раз в неделю, чтобы удовлетворить высокий спрос среди пассажиров, включая бизнесменов и израильских граждан с российскими корнями. Продажа билетов уже открыта на сайте «Эль-Аль», и авиакомпания сообщает, что билеты разлетаются очень быстро. Рейс в Москву был важным направлением для многих израильтян, и его возобновление вызывает широкий интерес. Представители компании отметили, что «Эль-Аль» приложит все усилия, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров на этом маршруте. Конгресс США готовится пересмотреть федеральное финансирование университетов, обвиняемых в неспособности защитить еврейских студентов и сотрудников от антисемитизма, сообщает Washington Post. Согласно 325-страничному отчету, университеты, включая Гарвард и Колумбию, допустили случаи антисемитских нападений и актов вандализма, а также не привлекли к ответственности участников разрушительных протестов против войны Израиля в Газе. В отчете конгрессменов-республиканцев подчеркивается необходимость переоценки поддержки вузов, которые, по их мнению, не обеспечивают безопасную и беспристрастную учебную среду. Правительство Южноафриканской Республики отменило визит российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, который был запланирован в рамках совместных мероприятий с Россией. Этот визит вызвал бурную реакцию со стороны оппозиционной партии «Демократический альянс», которая потребовала от властей страны соблюдать нейтралитет и не оказывать явную поддержку России, особенно на фоне международной обстановки и войны в Украине. По мнению представителей «Демократического альянса», подобные действия могут привести к ухудшению отношений ЮАР с западными странами и усилению давления на правительство. Партия также предложила, чтобы власти Южной Африки направили аналогичное приглашение украинским военным, что способствовало бы сбалансированному подходу страны в международных делах. Тель-Авивский суд постановил, что Шимон Ягуда Хаюд, известный как тиндо-аферист Саймон Леваев, обязан выплатить 415 тысяч шекелей своей жертве, Кейт Конлин. Леваев получил международную известность после выхода документального фильма на Netflix, где разоблачались его мошеннические схемы. Под предлогом романтических отношений Леваев убеждал женщин брать кредиты на крупные суммы, которые он якобы использовал для решения неотложных проблем, но затем исчезал, оставляя своих жертв с долгами. Конлин, одна из пострадавших, заявила, что Леваев нанес ей как моральный, так и финансовый ущерб. Она потеряла значительную сумму денег и испытала глубокое эмоциональное потрясение. Суд постановил, что Леваев обязан возместить ей часть убытков,
а также моральный вред, причиненный обманом и манипуляциями. Это были главные новости дня на канале Итон ТВ. Служба новостей канала Итон ТВ просит вас ставить лайки под нашими видео, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. Если у вас есть возможность поддержать наш канал финансово, мы будем вам благодарны. Это были главные новости дня на канале Итон ТВ. Чтобы не пропустить главные новости дня, подписывайтесь на наш канал.